Лос-Анджелесе сегодня будет жарко. Какой план на сегодня? Как и всегда. Что вы делаете в моей комнате? Охота на вампиров. Бабки. Охота на вампиров — это бизнес. Режешь глотки, обналичиваешь чеки. Все изменилось с тех пор, как тебя выгнали из Союза. Если не найду десятку, жена с дочерью переедут во Флориду. Привет, пап! Опоздал. Опять. А такие деньги мне может дать только Союз. В твоем досье туча инцидентов. Перед тобой новый бат. Последний шанс. Последнее предупреждение. Поконим. О, нет! Бат, помоги! Меня пытались убить вампиры, а теперь я обоссал свой любимый костюм! Эй, слушай, все ссались в первый раз. Реально? Да, да. Ты тоже? Нет, я не ссался. Но вот ты, слушай, ты обоссался. Что я вижу в вампирах? Большой знак доллара. Эй, не надо тут блевать. Я проглотил. К бою готов. Вампиры живут среди нас. И они всего лишь убийцы. Это тебе не затмение, новолуние, рассвет, часть 1. Тут все иначе, ясно? Откуда ты знаешь название всех сумерек? Чего? И почему тебе не зашла вторая часть? Захватывающее завершение киносаги. С вами дневная смена, мать вашу. Ни разу не подводил.